Так, и что я слушаю? Здесь арсенал находился, я уже говорил. И вот в этом сухом рву открытым способом хранились боеприпасы. Вот на этих бетонных столбах лежали бомбы, торпеды, снаряды. Чтобы полностью очистить крепость, по подсчетам МЧС понадобится не меньше 5 лет. Ночь на 16 мая 1942 года. В крепости прозвучал мощнейший взрыв. Сдетонировали боеприпасы, которые здесь находились. Началась необратимая цепная реакция подрыва боеприпасов. Это было страшно, что представить даже то, что здесь происходило. Во-первых, сильнейшая сила — взрывная волна, бешеный разлет осколков, воспламенение тола и тротила, который сопровождался таким тепловым излучением, что находившиеся в 30 метрах люди от очага возгорания получали ожоги, несовместимые с жизнью.